просто стильно реке. Тина вся уплыла. Класс, класс. Рыбакам привет. Подписчикам, не подписчикам, будущим подписчикам. YouTube, здорово. Опять на рыбалке. Пятница, погода крутая, штиль на реке. В прошлом выходной на спиннинг ловил. 10 лет я на него не ловил, ну, может, поменьше, плюс-минус. Нашел воблер рабочий, 3 схода было. Поймал одного шнурка, но почему-то не заснялось. Грубо говоря, 4 поклевки было. Вот сегодня будем испытывать опять этот воблер. Береза пожелтела, щука должна клевать. Тина вся уплыла, трава. И еще хочу попробовать сегодня у меня тина. Для плотвы в предыдущих роликах показывал. В портфеле нашел сухую. И вот хочу посидеть полчасика на тину половить. Посмотрим. Октябрь, это, конечно, поздно уже для плотвы на тину. Ну, попробуем, мало ли будет. Все, подписываемся, ставим лайки. Следим за нашей крутой рыбалкой и неповторимой. Все, поплыли. Как всегда, будет незабываемая рыбалка. Ставим лайки, подписываемся. Друзья, доплыли мы до нашего места. Тина вся уплыла, течение мощное, еле доплыл. Сейчас попробую плотву половлю, встал. А потом уж буду щуку ловить. Вот наша тина. Она у меня уже лежит, наверное, месяца полтора в портфеле. Засушенная. Попробуем намочим, посмотрим, что вообще с ним будет. Вот, размокает. Должна прийти вперва созданный вид. Вот, начинает размокать. Вот сейчас мы на нее попробуем половить. Вода, конечно, ледяная. Вот она у нас размокла. Сейчас будем ловить вот на эти травники. Начинаем. Так, удочка 7 метров, поплавок 1 грамм, крючок 3,5. Так, ну чего, попробуем положить на тину. Вот, друзья, делаем такую соплю, сантиметров 10, 7, 5, складываем пополам. Еще раз пополам. И просовываем крючок в одну петельку, во вторую. И затягиваем. Получилась такая у нас наживочка. Но я думаю, уже поздно. Там он сейчас плыл, мужики ловили на червяка. Какие-то не местные. Говорят, вообще ни одной поклевки не было. Как я был прав, в октябре уже поздно ловить на тину. Самый сезон это у нас август, сентябрь. Все, сейчас будем пробовать на спиннинг. Мужики вон там ловят на живца с берега. Говорят, одного щуренка. Я говорю, да с лодки надо. Он говорит, понятное дело. Я говорю, давайте, мужики, лайк вам. Вы мне, и я попер. Я начинаем. Спиннинг у меня 2,10 метра, тест 5,12 грамм. Вольберочек у меня вот такой. В прошлый выходной я ловил на блесна, на зеленый воблер, а повесил вот этот воблерок. И у меня было 3 поклевки, одного щуренка поймал. Одна щучка хорошая была. Так. Я надеюсь, сегодня будет щука опять. Давайте пробовать. Получается, подкрутил. 2 раза дернул, подкрутил. Получается, и пауза в этот момент. И воблерок играет хорошо.
Паузу буду делать подольше. Потому что я думаю, у меня тут раз подсечки не были. Пауза была короткая. Друзья, сейчас катушку мотаю я правой рукой, левой дергаю. Ну, многие ловят левой, крутят, правой играют. Сейчас попробовал правой покрутить. Ну, не мое. То ли я левша, или как это правильно говорится. Короче, перекрутил ее обратно. Буду правой крутить. Ну, а другое дело. Прошлого выходного щука перетерла. Я, пожалуй, сейчас одену поводок. Мне не хочется такой воблер терять. Кусачки, кстати, очень крутые и недорогие, и обкусывают прям с первого раза. Плетенку, леску. Вставляем в ушко. Нажимаем. Оборачиваем 5-6 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Неудобно левой рукой. Шесть. Все, вставляем в эту петлю. И затягиваем. Крепкий и надежный узел. Такой воблер ловлю. Прошлый выходной очень хорошо на него поклевывало. Все. 3 минуты. Оснастка готова. Местечко уж больно хорошее. Ребят, я же говорил, хорошее место. Вы смотрите, какая хорошая. Со второго за... Тихо. Вот это трофейная, вы смотрите, ё-моё. Вся в пиявках. Тихо. Хороша взяла. Полторашечка, наверное, даже. Тихо. Хорошая. Попёр адреналин. Как чувствовал, что здесь местечко качественное. Расти, щучка. Больше, наверное, полторашка это точно. Вот какая. Хорошенная. Ребят, хорошенное щучище. Ну и что ты мне тут наделала, родная? Щучище хорошенное. Опа, вы смотрите. Отцепилась. Чуть-чуть бы ослабил. Ушла бы. Я... Хорош. Отцепилась прямо в сачке. Потому что надо подсекать резче, а у меня не получается резче. Вот, короче, друзья, щучища очень здоровая. Камера, конечно, не передаст это. Люблю я с сапогами померить. Ну, короче... Голова только в пол сапога.
41 размер. Кайф. Друзья, обрыбился. Сначала мужики проезжали, а я камеру отключал. Тихо. Камеру отключал, чтобы фотографию сделать в Инстаграм, пока щучка свеженькая. И это. Машу им, смотрите, остановились, поговорили. Камера-то опять была выключена, ё-моё. И чё, сорвалась она у меня прям с очки, отцепилась. И я понял, из-за чего. Рыбак-то, я говорю, еще на спиннинг всего второй раз ловлю за 10 лет. Заусенцев нет вообще. Сейчас поменяю тройнички, поставлю свежие, у меня там новые есть, живца побольше. И в тот выходной понятно, почему все срывалось. Ребят, посмотрите, какая мамочка лежит. Девочка наша маленькая. Жарешечку. Заводиночку эту попробуем. Оп. В этот раз у меня там он сорвалась. Мужик сидит, ловит на том месте. Ну что, рыба есть? О! Хорошая! Живая еще! На воблер! И вот здесь тоже у меня в прошлый выходной сорвалась, где вы ловите. Ну ладно, пускай растет, я ее потом выловлю. Так, а напарник там ловит еще? Да? Ну я вот здесь маленечко проплыву. Ну там хорошее место, там перекат и глубина потом идет. Ну я вот здесь промежуточек пробросаю. Сейчас поймаем ее. А вы на что ловите? На червяка? Надо на пшеницу спаренную сейчас. Ну так-то да. Как чувствовал, что надо сюда приплыть. Тоже неплохая. Тоже хорошая. Ой, какая гладенькая. Самочка. Даже не зацепилась путью-то. Воблер вылетел. И вот эту тоже вытащил, с очки отцепилась. Надо тройнички помощнее вешать. Ай, молодец какая. Да, и в чем прикол-то? У меня поводка не было. Я думаю, повешу я все-таки поводочек, а то мало ли плетенку-то перегрызет. И вот это прям с первого заброса взяла с поводком. Ой, какая. Девочка моя маленькая. Хорошая. Прямо около лодки бабахнула. Ну да, сейчас до товарища вашего покидаю. Быстрая поклевка была. Сейчас вот здесь у тростничка гуляла. Сейчас мы ее выловим.
Есть, есть, есть. Нет. А, есть, есть. Ё-моё, почувствовал, что что-то было. Ты маленький какой. Аккуратненько, аккуратненько. Надеюсь, я тебя сильно не повредил. Вот так, щука. Аккуратненько мы тебя сейчас. Ой, губку поранили. Вот это щука. Вот это я понимаю. Красивый. Давай, плыви к мамке. Оп. Расти большой. Воблер прошел. Значит, он тут и гонял. Воблер-то больше него. Схватит, какой попытался. Припаркуемся. Далеко не езжу. Каких только профессионалов не плавает. Рыбак на рыбаке. Опа! Опа, есть, 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 ударчик, есть, есть. Хорошая опять. Опять хорошенькая щучка. Тихо, 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 тихо. Ну так, стандарт. Опа, иди сюда. Опять отцепилась. Только стоит ослабить. Не, 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 ребят. Надо крючки покупать большие. Ну, все равно хорошая щука-то. Ну какая. Может кто-то... Блин, опять хвостом отключила. Кто-то может спросит, почему у меня нет этого кукана. Неудобно плавать с рыбой, когда у тебя рыба висит. Все равно ты по траве, по кустам лазишь. Куканам неудобно. Ну это, конечно, поменьше. Но все равно хорошая. Жалко, жалко, камера не передает реальный вид. Вот это вообще хорошее. Так, сейчас камеру протру. Будем продолжать дальше. Друзья, сейчас друган мне звонил. Сережа, который мне спиннинг дал. Я в сторис выложил щуку одну большую. Он мне такой: ты козел, ты на мой спиннинг там с мамой воблер щук ловишь. И пока я с ним разговаривал, а камера у меня через телефон подключена. Ну, потому что камера дешевенькая, и я всегда через телефон включаю, чтобы видеть, что снимаю. Ну и чего, пока я с ним разговаривал, поймал еще. Ну, уже, конечно, поменьше, но все равно. Вот. Поймал. Обидно, что не заснял. Удары прям такие хорошенькие были. Ну ладно, сейчас еще половим, попробуем. Тем более свежепойманный. Ну, уже примастерился к спиннингу, уже чувствую, где ударчик, где зацепчик. И играть уже стал повеселее воблерком. Только рука у меня отваливается. Серёнь, ты не обессудь, конечно. Но спиннинг сломался. Там плюхнулась. Попозже мы там ее шандарахнем. На следующий ролик будет. Мы поплывем подальше. Там места очень хорошие. Вдоль тростничка пройдем. Должна она тут быть. Травы много. Есть.
сорвалась. Ё-моё, бля. Ну, маленькая. Ё-моё, тихо. Есть. Да ё-моё. А, есть, есть, реально есть, ребят. Смотрите. Щуреночек. Так, припаркуемся. Вот, я отцепился. Воблер, конечно, крючок. Так себе. Тихо, тихо, сейчас выключишь мне все тут. Сейчас хочется мяса пожарить. Баньку стоплю. Рыбку почищу. Погода сказка. Вон еще тростничочек. Вот здесь трава одна. Есть, 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 есть. Иди сюда. Маленькая, сорвалась что ли? Нет. Иди, 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 иди сюда. Ну тоже маленькая. Ну нет, нормальная. Чтоб меня никуда не унесло. Нормальная щучка. Надеюсь, ты меня заснялась. Оп. О, еще одна в коллекцию. Сейчас попозже, когда на мостик приплыву, на телефон засниму, как воблер играет в воде. Очень крутой воблер. Никогда на них не ловил, а второй выходной ловлю. Плавает, как настоящая рыбка подбитая. В телефоне качество получше. Ну и камеру. Ну я планирую за зиму. Камеру хорошую куплю. Чтоб приятно было смотреть-то. А то у меня там все скрипит, пищит. Извиняюсь за такое качество, друзья. Но с другой стороны, не важно какая камера. Главное, чтоб показывать, как рыбу надо ловить. Потому что и камера может быть крутая, и моторки у тебя, и спиннинги не такие, а рыбы нету. Друзья, ну для нашей реки это нормальная щука. У нас как бы ни Ока, ни Волга, где прямо тоже банька топится, где прям крокодилы водятся. Ну, хорошая щучка для нашей реки. Сейчас вот вдоль этого тростничка шмарнем. Мне кажется, здесь тоже какой-нибудь щупачок стоит. Ой, как банькой пахнет дымком-то. Прямо манит. Активный отдых. Вообще кайф. Захотелось перекусить. Спасибо, дядя Саш, за термос. Тоже надо приобретать. А то как я этот... Как попрошайка какой-то, дай спиннинг, дай термос. Аж плохо себя чувствую от этого. И спиннинг тем более сломал. Придется новый Серёне покупать, а себе вот этот оставлять. Друзья, перекусил. Пока обедал, грубо говоря. Но там еще один тростник, там мелюзга разбегалась только что. Есть что ли? Зацеп. Да, здесь. Ну ты чё? Опа. Здорово, дядя Саш. Тебе щуку-то надо? Щуку-то надо тебе?
Смотри. Вот, о, нихуя вот белый. Нормально, да? Ладно. Еще наотпускал. Ну, много сегодня поклевок. И маленьких отпустил. Ну, короче, вообще нормально. И я тоже сегодня говорил. В тот раз ты меня проводил, я плотвы наловил море. Теперь каждый раз меня будешь провожать, встречать с рыбалки. Сейчас мы с тобой ее распотрошим, да, здесь? Да. И сразу чищенную возьмешь. Ну, вот это вообще хорошенная, да? Смотри, какая девочка лежит. Ой, о! Да? Тихо. Шикарная. Это, ничего, это, куда будем убирать-то? Да я думаю, завтра. Да? Потому что я еще завтра планирую это. Да. Не бойся. Завтра еще схожу, чтобы с мостика удобно было слезть. Да, это, куда будем убирать? Вот сюда, что ли? Да можно тебе в огород, я думаю, лучше. Нет? Блядь, до тебя? Да. До сюда ближе, думаешь? Да. А, ну давай им засу. Это, если я вот сейчас, вот там, у себя нахуй спрошу, мол, так, то эти, блядь, прошу вот нахуй на скамейку, нахуй, то сейчас хуяку, блядь. Вот, вон, 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 чик, нахуй, все. Ну ты как день рождения отметил? Чего? Так, ну, нормально. Нет, нет. Посидел телевизор. А? Дядь Саш. А? Возраст созревания знаешь, как определяется? Давай. Когда ты день рождения встречаешь, давай. Как обычный день. Ну так он, ну взял бутылку, крюкой пошел. Ну нет, то, конечно, чисто символически посидели. Ты в баню пойдешь сегодня? Да. Сейчас мы с тобой на велосипедах магазинчик сгоняем, да? Баньку растопим. Рыбаки, в общем, я доволен сегодняшней рыбалкой. Проплыл, сколько, 1.5 километра я проплыл, не больше. Можно было еще дальше плыть, но думаю, хватит, куда мне ее. Рыбалка хорошая. Одна щучка вообще шикарная. Я думаю, здесь килограммчик 2 есть. Классная щука. Первая. А остальных сейчас покажу. Ну вот еще. Ну вот тоже здесь хороший, сколько? Да. Килошка точно тут есть, побольше. А? Да. А вот, вот это тоже хорошая, вот большая, такая тут на полторушечка. Ну вот эти грамм по 809, не, вот это тоже такая. Ну короче, вот, сегодняшний мой улов. Ловили мы вот на такой воблер. Сейчас не, хвостик отрежем, отрежем хвостик.